Я Баева Галина Викторовна 20 ноября 2019 года обратилась в клинику ESPA Dent на консультацию. Так, приняли меня очень хорошо. Я как бы приехала на 2 часа раньше, но мне пошли навстречу, приняли меня, когда я приехала. Вот. 21 ноября мне сделали операцию по установке имплантов, а 22 уже ноября уже установили полностью, все сделали. Так, чувствую себя очень хорошо. Ну, конечно, операция, как и любая операция, сложно проходила, но без боли. Боли не было. Так, после операции тоже боли никакой не было. Чувствовала себя нормально, но просто как вот чуть-чуть голова кружилась. Так, мне назначили курс лечения, прием таблеток в течение 10 дней. Я все эти препараты приняла. А еще назначили обезболивающие препараты, но я не принимала, потому что боли не было. После операции не было боли никакой.